Всем привет! Меня зовут Настя, вы на канале «Жизнь в Англии». Сегодня мы поедем погуляем в какой-то лесочек рядом с домом. Вот нам несколько человек сказали, что там очень-очень красиво. Мы об этом месте даже не знали, что такое место есть рядом с нашим домом. Вот мы сегодня съездим, посмотрим. Сейчас вот утро, и мы решили до Никиного сна съездить погулять. Да, Максушка? Едем гулять? Поехали. Мы приехали в это место. Вот здесь такая большая-большая поляна. Там гуляют. Сегодня обещают 21 градус, а завтра уже 8. Так что мы пойдем сегодня наслаждаться хорошей погодой и пойдем в лес. Ну вот, наше приключение начинается. О, все такое зеленое, классное. Птички поют. Да, Максюшка, здорово? Да, пойдем смотреть, что нас там ждет. Макс увидел пенек и решил сесть. Пошли, пошли. Мы прошли дальше, и тут очень-очень громко поют птички. Смотрите, даже сегодня 9 мая, День Победы, с чем мы всех поздравляем. И вот цветет рододендрон. Вот какой здесь интересный лес. И здесь вот такой склон вниз, да, Макса? Мы решили пойти вот туда вниз. Такая лесенка. Пойдем посмотрим, что там дальше. Вот мы спускаемся. Никуська там камушки начал собирать, да? Давай-давай, аккуратненько иди. Мама, помогите. Помогите, спасите. Мы сами. Еще камушки, да? Много-много камушков? Да. Да. Вот, мы спустились оттуда, и здесь, оказывается, такая маленькая речка течет. О, как интересно. Да, детки, красиво? Вот, Макс говорит, красиво. А дальше вот такая тропинка, здесь полянка с цветочками. Видно сейчас сезон этих фиолетовых, синеньких цветочков. И сейчас пойдем дальше туда гулять. Вот, мы идем дальше. Очень красиво. Вот, а здесь так интересно, вот эта речушка маленькая, здесь даже берег укреплен. Идем, Максюшка, идем. Никуська, аккуратно, не подходи близко, да? Можно упасть. А, ты камушек кинул. Круто. Вот зачем ты их собирала, да? Молодец. А здесь вот речка так получается очень высоко, высоко, высоко. И наша дорога поворачивает куда-то вверх, да? Тихо, да? А что там? Почему там надо быть тихо, Макс? Потому что я хочу поймать пчелку. Пчелку хочешь поймать? А пчелку не надо ловить. Пчелка может укусить. Ну, пойдем выше. Да, там, смотрите, дорожка куда-то наверх уходит. Идем? Это? Да. Побежали. Давай, Никуська, догоняй Максика. Вот мы тут на распутье, вот есть дорожка вниз, вот там люди спускаются вниз, а мы решили подняться туда немножко повыше. Да, Максюшка? Вот, покидать камушки, да. Пойдем наверх немножко, посмотрим, что там. Там вот тоже интересно, там какой-то мостик вот виднеется. Вот, мы идем дальше. Здесь такое поваленное дерево большое. Ну, а дети убежали. Будем догонять. Вот, мы идем вниз. Такая дорожка, зигзаг, да? И там дальше будет мостик. Пойдем через мостик, да, Никуська? Иди аккуратненько. Ну вот, мы дошли до мостика. Здесь опять течет такая речушка. Вот, красиво так. Вот как здесь течет водичка. Так интересно. Такое загадочное место. Такой обрыв. Если честно, мне даже немножко страшновато здесь стоять. Идем дальше гуляем. Собираем камушки.
Во, сколько Нику уже камней насобирала, да, Никаська? Здорово. Так, вот мы идем гуляем. Здорово. А там внизу течет речка. И вот опять у нас распутье, куда идти, направо или налево? Макс, в какую дорожку мы выберем? Туда пойдем? Да? Ну, пошлите туда, хорошо. Ника набрала цветочка, вот дает Максику понюхать. Так, ну мы решили идти прямо. Да, идем, детки, прямо по этой дорожке. Посмотрим, что там впереди. Вот мы шли-шли, дошли до какого-то интересного мостика тоже. Вот здесь скамеечки, предложила цветочки, да. Это маме цветочки? Спасибо, Ника, спасибо большое. Вот, предложила детям посидеть на скамеечках, и Макс решил вот на солнышке присесть, потому что мы шли по тенечку, Макс сказал, что немножко прохладненько стало. Вот, ну такой интересный мостик. Классно на мосту, да? Ты как котенок тут уселся, да? Ну вот, а Ника решила все-таки посидеть на скамеечке, да? Ну, залезай, Никуська. То, мы идем дальше, Макс, и какие звуки мы слышали? Бе, там кто-то говорит бе, там, наверное, где-то... Барашек? Барашек или козлик, да? Или, может, коровка или лошадка, пойдем смотреть? Наверное, там где-то нас ждет полянка какая-то интересная. И вот мы пришли к какой-то интересной лестнице. Указатель показывает идти вниз. Здесь очень крутая лестница. Вот мы сейчас аккуратненько пойдем и будем смотреть, что же там нас ждет впереди. Здесь написано «Идите вниз». Да, Максюшка, пойдем? И вот мы оттуда спустились по этой лесенке и пришли опять к речушке нашей. И так шуршит, она тут журчит. Так интересно такой звук. Там вроде как что-то наподобие полянки. Макс тут камушки опять нашел. Ну, пойдем смотреть через мостик. Ну вот, мы подошли к мостику, вот оттуда течет вода, и так красиво. И такой как будто водопадик. Ну, тоже не как будто, а вот настоящий водопадик. Ну вот, мы пойдем дальше. Вот еще такой маленький водопадик. Люди сидят, отдыхают. Вот, мы решили поближе подойти к водичке, да, Максюшка? О, кораблики будешь запускать? Но немножко подальше его. О, Макс запустил кораблик. Макс, смотри, как он плывет, да? Здорово? Быстро! О, быстро! Так поплыл, поплыл, поплыл. И вот там в конце был тупик, и в итоге нам приходится возвращаться по этой крутой лестнице. Вот, и тогда мы пойдем, помните, там была дорожка направо или налево? Тогда сейчас дойдем до той разминки и пойдем в этот раз направо, да, Максюшка? Да. Вот, мы очередной раз спустились откуда-то по этой тропинке. Да, здесь вот так интересно. Макс нашел мостик, да, Макс? Классно. И, в общем, здесь очень интересно. Вот там дорога наверх, а вот здесь вдоль речушки. И вообще мы уже довольно долго гуляем, где-то полтора... Да, Никаська, где-то полтора часа мы гуляем, дети проголодались, мы съели все свои запасы, и вообще было бы неплохо уже идти к машине. Вот, и там идут люди, наверное, нам придется спросить, как нам быстрее дойти до парковки. А иначе, если идти, как мы сюда шли, наверное, еще где-то часик нам займет. Да, Максюшка? О, какая здесь красота. О, Никуську собирают цветочки, да? Красивые, Ника, да? Красивые такие. А Максик там пошел к водичке. Пойдем посмотрим, что там Макс делает. Макс, что там интересного? Да, мы здесь? Камушки. А, здесь камушки, да? Я нашел этот. Здорово.
Ну вот мы спросили у прохожих, куда лучше идти, и нам сказали, что наверх нам сейчас не обязательно подниматься, и вот можно идти по той тропинке вдоль, и потом куда-то наверх, и потом повернуть куда-нибудь налево. Классно, какие цветочки. Да, то есть как-нибудь найдем дорогу. О, какие здесь корни деревьев, да? Там, наверное, даже целая ника поместится. Здесь глубоко. Да, Никаська, глубоко там? Да. Да. Ну вот, в итоге мы гуляли 2,5 часа. Дети очень устали, голодные, взяли с собой мало еды, да, Максюшка? Вот. И мы почти уже дошли до машины. Сейчас пойдем к машине. Вот такой у нас сегодня замечательный трип получился. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы будем искать новые интересные места и будем гулять там и показывать вам. Всем пока!